Джиу-джитсу является отличным боевым искусством, благодаря которым можно отлично проводить удушающие и болевые приемы. Зачастую многие бойцы, являясь мастером спорта в этом искусстве, используют лишь этот вид единоборств. Сегодня мы покажем лучших борцов джиу-джитсу в UFC. Фрэнк Мир. В тяжелом весе UFC Фрэнк всегда считался одним из лучших борцов джиу-джитсу. 9 побед из 18 он выиграл болевыми и удушающими. Его опасались многие бойцы. Ведь Мир мог провести прием на любой части тела. Он смог победить сабмишинами Брока Леснера, Антонио Ногейру и Чейка Конга. Еще одним примером отличной борьбы в партере является Нейт Диас. Он занимает второе место в UFC по количеству выполненных сабмишинов. Он смог победить приемами Конора Макгрегора, Джима Миллера, Мелвина Гилларда и многих других. Первое место по количеству успешно проведенных сабмишинов занимает Ройс Грейси. Он является одним из лучших представителей джиу-джитсу во всем ММА. В первых 11 боях он смог победить всех соперников сабмишинами и показал всему миру единоборств истинную силу бразильского джиу-джитсу. Роналдо Соуза. Этот парень является, наверное, одним из самых титулованных борцов джиу-джитсу во всем ММА. Его партера опасались все соперники, с кем бы он ни встречался. Он смог победить сабмишинами Гегарда Мусаси и Робби Лоулера. Дэмиан Майя. В последних 6 боях этот мастер бразильского джиу-джитсу демонстрирует свою феноменальную борьбу в партере. Он просто выходит и побеждает приемами одних из лучших бойцов в его весовой категории. Даже черный пояс в лице Гуннара Нельсона ничего не мог противопоставить Дэмиану. Ну и конечно же, одним из самых известных и титулованных представителей джиу-джитсу в мире ММА является Фабрисио Вердуг. Он неоднократно становился чемпионом мира в этом виде спорта. В смешанных единоборствах мало кто осмелится вести с ним борьбу в партере. Фабрисио смог победить сабмишинами Федора Емельяненко, Кейна Веласкеса и Антонио Ногейру. В прошлом видео мы спросили, каким по счету чемпионом в тяжелом весе был Брок Леснер. Правильный ответ – 14-м. Сегодня такой вопрос. Как зовут бойца, изображенного на фото? Свои ответы оставляйте в комментариях, а правильный мы покажем в следующем видео.